Я знаю, что вы чуть ли не на все митинги и манифестации ходили. Ради чего? Конечно. Но мы ходим туда как на работу. Это, если хотите, я отстаиваю свои ценности, ради которых я живу. Это возможность говорить, что я думаю, быть самой собой. В «Новой газете» вы сказали, у вас там была такая замечательная фраза: «ОМОН уйдет, а мы останемся». Вот этот ваш оптимизм, он сохраняется? Мы останемся, ОМОН уйдет? Как? ОМОН уйдет. Уйдет, да. И еще многие уйдут, а мы останемся. А зачем люди ходят в театр? Чтобы побыть бессмертными. Ах так, замечательно.